Да. Я обошла весь этаж. Это третья комната, и она самая маленькая. Я хочу тебя огорчить, я ничего здесь не нашла. Не хотел вам мешать, но это режимный объект, и он находится под охраной. Действительно. А я думала, что здесь Хэллоуин-вечеринка. Наверное, неправильный адрес указала в навигаторе. Точно. Хватит шутить. Я прекрасно знаю, кто вы. Вы Агёл. У меня тогда встречный вопрос. Почему СМИ постоянно пиарят вас? Пиарят? Вы серьезно? Я думала, они пиарят только бандитов да преступников. А вы говорите охранник? А что тогда вы здесь такого охраняете? А, вы не находите слов? Значит, тогда уж я по верному адресу. И в одном единственном вы правы. Я действительно агёрл. Значит, не так уж хорошо ты справляешься с функцией охранника. Подожди, не отключайся. Я ищу здесь одну маленькую-маленькую шкатулку. Может, ты поможешь мне ее найти, а? Так она на столе. Ой, правда, заработалась. Как же я ее сразу-то не заметила. Я не рекомендую тебе забирать содержимое. Действительно. Интересно, почему же? Или ты вновь попытаешься меня остановить? Это может быть опасно! Да я и не сомневалась. Какая же тупая дура!